Дорогие садоводы, дорогие огородники, сегодня мы хотим показать вам наши семена овощей. Семян овощей у нас очень много, гораздо больше, чем семян цветов, поэтому прямо вот все-все показать, наверное, не получится, но что-то наверняка увидите. В этом году у нас появились новые компании, новые производители семян. Вот один из них — компания Сидек. Вот здесь как раз мы видим семена от этой компании. Это вот их знаменитая серия перцев, которая названа в честь военачальников: адмирал Колчак, Ушаков. Вот здесь вот перец воевода. Вот такие крупные сорта, красивые. Еще одна серия, на которую стоит заострить внимание, — серия Ажур. Посадил — и все в ажуре. То есть они отличаются и замечательными вкусовыми качествами, и легки, неприхотливы в выращивании. То есть серия Ажур — это абсолютно беспроблемная урожайная серия, которая вас не разочарует. Еще хочу показать томаты серии Непас. Все мы, да, все, кто занимается огородами, все знают, сколько возни и мороки с удалением пасынков. Так вот, эта серия Непасы вас от этих хлопот избавит. Они практически не дают, либо дают очень мало пасынков, и таким образом существенно облегчают уход. Вот на этих стеллажах у нас представлены семена сибирской серии. Это все овощи для выращивания в Сибири, на Урале, в Приморье, в общем, во всех регионах с суровым климатом. В этой серии есть буквально все. Вот, начиная от арбузов, да, которые, казалось бы, в принципе, не предназначены для выращивания в холодных областях, но нет, есть зеленушка, баклажаны, горох, куда же без гороха, для внуков, для детей обязательно нужно посадить. Есть дыни, вот, северная принцесса, карамель. Вообще, чем отличаются овощи для северных регионов? Как правило, они раннеспелые, то есть они за короткое сибирское лето успевают вызреть и порадовать вас своим урожаем. Вот жаркие угли, всегда ее показываю, очень популярная серия, очень сладкие томаты. Лук Джусай, про него я вам тоже рассказывала в одном из постов. Очень ароматная зелень, интересная. Кукуруза, семена клубники, капуста, кабачки, морковь. В общем, все это сибирская серия для тех, кто живет в регионах с суровым климатом. Весь вот этот огромный стеллаж — это у нас семена от компании Поиск. Агрохолдинг Поиск — это наш давний хороший партнер. Мы постоянно берем у них семена. Семена все отличного качества. Вы наверняка все их тоже знаете. У них есть много интересных серий. В частности, серия «Восточный деликатес». Вот, кстати, здесь огурчик у нас пекинский, гурман. Серия «Восточный деликатес», она интересна тем, что в ней представлены овощи необычной формы, необычного вкуса, необычной окраски. Так, сейчас я вам найду. Вот, допустим, вот перец «Яркая заря». Посмотрите, какие красивые разноцветные перчики. Вот еще огурец из этой серии. Это длинноплодные китайские огурцы. И вот вся серия «Восточный деликатес», она вот такая вся с фантазией. Здравствуйте. Вот еще огурец, да, шанхайский малый. А вот редис какой интересный, посмотрите. Тоже серия «Восточный деликатес». Редис «Виолетта», вот такого оригинального фиолетового цвета. В общем, серия «Деликатес» для тех, кто любит что-то интересненькое, оригинальное, необычное. Кроме того, Поиск предлагает серию «Вкуснотека». Самые вкусные сорта овощей именно в этой серии. Вот томат-малиновый десерт, например, очень вкусный, сладкий. Действительно, мы его дегустировали в теплицах. Сахарные черри. Еще одна интересная серия от агрохолдинга «Поиск» – это серия «Урожай с балкона и подоконника». Это те овощи, которые вы можете вырастить на своем подоконнике, в том числе даже зимой. А вот еще интересная полезная информация для тех, кто увлекается здоровым питанием. Ну и, в общем-то, не только для тех, кто увлекается здоровым питанием, а кто вообще хочет
есть полезные овощи, полезную зелень. Вот эта серия микрозелени. Здесь у нас чего только нет. Подсолнечник, кориандр, капуста, японская капуста, мизуна, мангольд, свекла, редис и так далее. В общем, выбирайте на любой вкус. Там в течение недели-двух вы уже получаете готовую к употреблению микрозелень, которая содержит огромное количество витаминов, микроэлементов, полезных для вашего здоровья. На вкус, кстати, она разная. Вот, допустим, микрозелень пряных трав имеет специфический аромат. Мангольд сладковатый. Многим нравится вот японская капуста мизуна. У нас на сайте есть отдельный раздел с микрозеленью. Друзья, в этом сезоне у нас появился еще один поставщик семян. Это компания Агроэлита. Агроэлита занимается поставками семян от лучших ведущих мировых производителей. И вот на каждом пакетике вы сможете увидеть. Вот, допустим, это голландские семена. И еще один новый поставщик семян у нас – это компания «Дом семян». Компания, которая работает еще со времен Советского Союза, имеет огромный опыт по выращиванию районированных семян. Работает эта компания в городе Санкт-Петербурге. Их селекционные опытные станции находятся в Ленинградской области. Как вы понимаете, там тоже не самые лучшие условия в плане климата. Поэтому все овощи и, соответственно, все семена этой компании районированы для выращивания в регионах с суровым климатом. А вот посмотрите, кстати, да, вот для тех, кто любит что-то пооригинальней, огурдыня. Это гибрид огурца и дыни. Такие вот получаются интересные плоды. Попробуйте. Друзья, ну еще вот что хотела сказать. Не забывайте о том, что у нас есть семена в черно-белых пакетах. В них представлен абсолютно тот же самый семенной материал, что и в цветных пакетах. Только благодаря тому, что пакеты без картинок, черно-белые, эти семена обойдутся вам гораздо дешевле.